Юпитер и Галилеевы спутники. 12 сентября 2023 год, 4:50 утра по Киеву. ИСО 800. Выдержка 1:30. Уменьшаю выдержку на надежде увидеть полосы экваториальные. Ну, вижу. Спутники, конечно, исчезли, но экваториальные полосы видно довольно четко. Даже мне здесь на маленьком экранчике фотоаппарата. Уверен, что вам будет еще лучше. Так, ладно, пошли. В общем-то, конечно, увеличиваю выдержку. Конечно же, основная идея была попробовать снять сегодня в Пиригее. Находится комета Немешура, да, так он называется. Но у нас на горизонте облачка, то есть именно там, где должна быть эта самая комета. Так что удовлетворимся съемкой. Венеры рядом с Луной тоже красиво, правда? Вчера у меня удалось снять в 8 утра Венеру, то есть при свете дня уже, при высоком солнце умудрился я ее обнаружить. Так, давай на Венеру. Запомнили, как у нас фаза Луны, да? Вот так. И сейчас ровно так же будет фаза Венеры. Пошли посмотрим на нее. Уменьшаю выдержку, чтобы засветки не было. Да, сейчас дождь будет, наверное, интересно сделать. Зумировать обратно, так резкость пытаюсь. По-моему, вот так лучше всего. Мои кряхтения связаны с тем, что я пытаюсь направиться на Венеру, двигая штатив, потому как рукоятка слишком большие колебания дает. Ну ты посмотри, все равно выдвигается объектив при зумировании и начинает буквально в смысле перевешивать фотоаппарат. Не помогает даже штатив, да какую-то армейскую бусоль сюда приторочить в качестве основания. Все, не трогаю. Это Венера, 55 миллионов километров от нас, она сейчас красавица. Еще убираю выдержку, уменьшаю. Хорошо. Теперь увеличиваю до максимума.
выдержку и начинаю уменьшать, чтобы у нас в один кадр попала луна и месяц. Оп. Полетели на месяц. О, как у нас хорошо, смотри. На линии терминатора, где сходится свет и тень. Ребят, на Луну я точно наведусь, это мы не промажем. Она встает и сейчас будет влезать в кадр. Дадим ей возможность это сделать. Клык Луны, ты посмотри, вот тебе кратера. Кратер с пиптиком. Очень название такое научное. Можно пользоваться. Вот это вот движение, вращение Земли и движение Луны вокруг Земли. Вот оно сейчас в кадре присутствует. Фотоаппарат стоит на штативе. Никуда его не смыкаю. Резкость хотелось бы поправить, но по опыту знаю. Начипай лыха, пока она тихо. То я сейчас наулучшаю. Как Горбачев, Советский Союз. Резкость. И выдержку увеличиваю. То есть уменьшаю. Чтобы контрастность. Теперь вот так я чуть-чуть сделал, сейчас влезет. Вот так она еще. Наверное, увеличу чуть-чуть выдержку. Тоже совсем как-то. Вот, вот, вот ты моя лапочка. Луна у нас от Земли 400 тысяч километров. Ну, среднестатистически от 356, по-моему, до 405. Ну хорошо. К сожалению, у нас сейчас нет переходников. Скачивать приходится долго, поэтому не буду 10-минутные свои ролики позволять. Еще раз. Серп-Венера видно, да? Потихоньку. Опа, вот луна. Так, 23-й год. 4:59 по Киеву в Запорожской области возле города Орехов.